Частный дом среди высоток столицы, как бельмо на глазу. Здесь живет Мейерман Жазылбеков. Когда-то пенсионер смог в одиночку отстоять собственный дом. Его не снесли. Рядом выросла новостройка. Сейчас пенсионер гоняет чиновников за то, что те приняли жилищный комплекс без паркинга. Оказывается, не исполняется поручение, неоднократно поручение президента о строительстве автопаркинга Жилковска-Харман по всему городу. Почему такой бардак? Возле дома забить машины. Это не подъехал скорой машин, корей скорой по машин. Ссылка на президента звучит как ирония. Свои претензии пенсионер выразил в исковом заявлении. Он требует наказать нерадивых чиновников, которые игнорируют высочайшие распоряжения. В апреле этого года на совещании по развитию Астаны Нурсултан Назарбаев раскритиковал строительство жилых комплексов. Однако на 41 тысячу квартир, введенных за последние 3 года, построено лишь 3,5 тысячи машиномест. 8%. Кто за это отвечает в городе? За строительство. Вот эти акты по приемке в эксплуатацию жилых комплексов без паркингов пенсионер просит аннулировать, называет их незаконными. Его союзник, юрист Антон Фабры, считает, что это нужно сделать по всей Астане. Есть проект. В проекте предусмотрено автопаркинг. Но приняли жилой комплекс без автопаркинга. Это нарушение пункт 3 статьи 73. Суд инициативу пенсионера пока оставил без рассмотрения. Тогда неугомонный активист обратился повторно. Если этот иск повторит судьбу предыдущего, то Мейерман Жазылбеков будет судиться напрямую с акимом Астаны, премьер-министром и руководителем администрации президента. 1 против 3 всемогущих сподвижников президента. Мы же любим наш город. Мы хотим...